каких косяках молчат производственники? Если начать эту тему глубоко копать, можно оттуда и не выбраться. На фото одно, а приходит другое. Сами клиенты даже эту разницу бывает не замечают. Можно сказать, вот одно и то же. Он с нами работал, его переманили по цене. Его просто нахер послали. У людей через 2 года в одном месте трубки начали отваливаться, ломаться. Тут практически нет никакой защиты у вас. Если вы, ну, изначально это не проверили, не узнали, вы не поймете, что вам не то привезли. О каких косяках молчат производственники? Если начать эту тему глубоко копать, можно оттуда и не выбраться. Очень много интересных ситуаций, которые клиенты даже не подозревают, что происходит внутри компании по производству мебели. Начнем с первого. Производственники говорят то, что у них гарантия там год, 2, 3, 5, 10 лет. Но по факту никто гарантию это не несет. Они просто для пыли в глаза это говорят. Но по факту, когда происходит трешняк, либо трубку не берут, либо не гасится. У нас история была, когда оптовик с другой компании пришел к нам. Он с нами работал, его переманили по цене. К нему приходит партия подвесных кресел, и где-то отслаивается краска, где-то дуги загнулись у него. И вот просто нахер послали, не взяли трубку, еще наш номер скидывали, типа мы гарантии несем за чужой товар. Прикольните, вообще веселая история. Вот это один из косяков, то, что говорят, что гарантии есть, но на самом деле ее нет. Тут вопрос, как договора работают, как оформляются, у нас, конечно же, все это есть. Следующий пункт, о чем еще производственники умалчивают. Некоторые из производственников пускают качество материала одно, а говорят всем, что качество материала другое. То, что ты просто так не проверишь, невооруженным глазом не проверишь. То, что есть металлы разных характеристик. С этим мы столкнулись, например, на нержавейке. Там есть 430 и 340. Где-то в подвесных кресел вот толщина трубки, например, 2,5 мм и 2 мм, пол миллиметра. Ну, не заметьте вы просто так. Там даже пока срезали, там не окаленные, а вот эти зазубренные останутся, или толщина краски туда прилипнет, и вы подумаете, что вот ваши полмиллиметра там и лежат. Но это проверяет не каждый. Другие производственники, они обманываются этим. Еще следующий пункт. Это когда на фото одно, а приходит другое. И прикол в том, что сами клиенты даже эту разницу бывает не замечают. То, что для них кажется все одно и то же, что присылали. А по факту, я говорю, абсолютно другой товар приходит. Мы видим там по отзывам на маркетплейсах, например, у конкурирующих компаний, у кого фотки одни, а то, что они отправляют, клиент выставляет товар совсем другой. Вот так вот еще косячит, потому что вот на фотке красиво, там размер такой огромный, например, а по факту отправили что-то там маленькое других размеров и в цене сыграли. Преувеличивают фотографии, будто бы у них прям офигенный другой товар. Как вы поняли из всех пунктов, что у производственника есть много моментов, где клиент даже не разберется, что его обманули. И в этих моментах тут практически нет никакой защиты у вас. А в характеристиках заявляется, что одно, там другое. Как этого избежать, ребят? Обязательно заключайте договора с прописанием всех характеристик и обязательным прописанием либо проговоренностями, штрафами, что произойдет, если характеристики не будут соответствовать. И, конечно же, принимайте всю мебель при приемке с рулеткой, с толщинометром, с качеством материалов. Также еще один из пунктов, ребят, что вот ткань велюровая, да, можно сказать, вот одно и то же. Велюр выглядит примерно одинаково, бархатистый. На ощупь не каждый поймет. Но и вот столько видов. Цена отличается в закупке в 5-10 раз. Может быть, закупная стоимость там 300 рублей за погонный метр, а может быть 3000 за погонный метр. Если вы, ну, изначально это не проверили, не узнали, вы не поймете, что вам не то привезли. Вот на этом тоже очень сильно производственники могут обманывать своих клиентов. Конечно же, мы такими вещами не занимаемся. Изначально у нас был такой ракурс и направлен на то, чтобы быть честными, открытыми, нести обязательства, гарантийные случаи. У нас история была, когда трехместное подвесное кресло
у людей через 2 года в одном месте трубки начали отваливаться, ломаться. И что мы сделали? Мы всю партию этих коконов всем клиентам, которые обратились, всем заменили. Там то ли сварщик не так варил, перегрел металл, то ли металл пришел не тот. Но одна партия прям такая получилась. Это были еще дорогие позиции в виде ромбика плетением. Мы за свой счет всем все направили. Поэтому выбирайте компании с именем, те, которые уже давно работают, отзывы смотрите их. Это очень важные моменты. Если все подытожим, ребят, вам могут втюхать вместо Bentley, о которых говорят, что вот у нас Bentley, это такого качества, это такой толщины, мы лучше всех. А втюхать Ладу Калину, ребят. Поэтому будьте начеку, проверяйте абсолютно всю информацию, заключайте договора и требуйте по заключенным договоренностям с вашего поставщика.